В республике прошел марафон открытий центров образования «Точка роста» на базе 18 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Как отметил глава республики Рашид Тимрезов, в регионе уже 131 такой центр, а до конца текущего года в планах открытия еще 19. Открытие центров – это прежде всего внедрение новых методов обучения и воспитания, что в свою очередь является залогом обеспечения равных условий для получения качественного образования, вне зависимости от того, в какой местности проживают дети. У ребят есть замечательная возможность не просто углубленно изучать науку, но и делать это творчески и креативно, при этом открывая в себе таланты и развивая способности. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что с таким качественным подходом к получению образования и вниманием со стороны государства мы воспитаем умных, талантливых и успешных граждан великой страны. Наши дети – это наше будущее. Именно им делать новые открытия, покорять вершины и горизонты. И от того, что мы сегодня вложим в них, зависит наше завтра.